Зеленый свет, данный международному торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе на уровне регионов, открыл инвесторам дорогу в Узбекистан. Теперь они сами могут изучить потенциал сфер и отраслей, наладить прямые контакты и заключить контракты. За ними в Фергану приехали партнеры из Латвии и Афганистана. Эдита Страздиня – председатель правления овощеводческих кооперативов Латвии. В Фергане она встретилась с руководителями фермерских хозяйств и экспортерами сельскохозяйственной продукции. Мероприятие было организовано для того, чтобы помочь фермерам работать с стандартизацией, стандартом, системе качества, которые уже внедряются, чтобы они получше и успешно пойти экспортных рынок, тоже не только в Европе, но по всему миру. И у нас очень нравится ваша продукция, у нас очень вкусно считается тоже дыни, которые мы уже в Латвии покупаем, и каждый год видим, что это очень качественная продукция. Нравятся ваши лимоны, гранаты, виноград, и мы хотим увидеть нормально всех наших магазинах тоже ваш товар, попробовать, не только приезжая здесь в Узбекистан, но тоже в Латвии. Для того, чтобы выйти не только на европейские, но и на мировые рынки, нам важно знать, какие стандарты установлены для нашей продукции, какие требования предъявляются. Словом, нужно всегда быть в курсе событий, поэтому участие в таких семинарах для нас очень важно. Такая же встреча прошла и в Дангаринском районе. Представители крупных компаний, прибывшие из соседнего Афганистана, посетили выставку продуктов, выращенных дангаринскими фермерами и местными производителями. За прошедший год наш район экспортировал продукцию на сумму 4 миллиона долларов. При этом были задействованы 6 предприятий промышленности и 4 производителя сельскохозяйственной продукции. Мы планируем, что в этом году данный показатель составит не меньше 8 миллионов долларов. Кстати, в конференции, проведенной совместно с нашими партнерами из Афганистана, участвовали сотни предпринимателей. Были достигнуты договоренности о проведении ярмарки в Кабуле. На видеоселекторном совещании, прошедшем 27 февраля, под председательством главы нашего государства был проведен анализ исполнения поставленных задач по увеличению экспорта и сокращению импорта, проводимые в этом направлении работы в регионах, в том числе и в Ферганской области. В настоящее время поставлена задача в два раза увеличить уровень экспорта по сравнению с прошлым годом. В Ферганской области намечено увеличить долю местных производителей в экспорте на 150%. Ярким примером может послужить деятельность жительницы Дангаринского района Дильшодахон Усмановой, которая вносит свой весомый вклад в увеличение экспорта. Под ее руководством организовано производство мужских трикотажных рубашек, которые пользуются спросом за рубежом. В прошлом году мы экспортировали 30% произведенной продукции. В этом году показатель составит вдвое больше. Помимо того, у нас производятся аналоги товаров, завозимых из-за рубежа. Таким образом, мы являемся импортозамещающим предприятием. Участвуя во встрече с афганскими инвесторами, предприимчивая женщина ознакомила их с производимой на ее предприятии продукции, а также успешно провела с ними переговоры по экспорту.